увидеть рождение внучек двойняшек, обнять и получить сантов у других внуков, отметить юбилей в окружении любящих у дома. Это Исхаку, Фахлайу, Сезанайу и Мулакану. Наслаждаться правильному выбору невесты и зятей, которые по-настоящему влились в их семью, окружая их заботой, теплотой, искренностью и стараясь быть взаимными. Учитесь верить чудесам, в души рассвет, в ее богатство. Учитесь видеть небеса,